В области начались осенние полевые работы. В частности, убрано более половины урожая кормовой кукурузы с 18 075 гектар. Сельхозтруженики Шустского района, которые из года в год получают отличный результат с полевой кукурузы, находят, что и этот год будет плодотворным. Фермеры Шустского района отдают приоритет царице полей среди остальных зерновых культур. В этой связи увеличиваются и посевные площади. Среди них фермерское хозяйство «Жоламан» Далакайнарского сельского округа. Здесь собрано по 90 центнеров кукурузы с гектара. Помимо этого получили прекрасный урожай ярового ячменя и пшеницы. Приступили к сбору ячменя, кукурузы и пшеницы. Собрали ячменя 15 центнеров, а пшеницы 20 центнеров. По словам акима сельского округа, в последние годы резко возрос спрос на корма для животных, в том числе на зерно кукурузы. Поэтому и выбрано направление увеличивать посевную площадь. На 2053 гектарах земли в округе выращивают бахчевые культуры – овощи, ячмень, пшеницу, кукурузу. С 315 гектаров собрали кукурузу. В целом на складах области хранится 55 тысяч тонн кукурузы, 13 тысяч тонн из которых собрали фермеры Шустского района. В Сарысуском, Инкумском и Жуалынском районах данные работы полностью завершены. Валихан Талгатов, Жумахан Толиоулы, Жамбыл Ньюс.